покой в падшем мире. Если покой был ценностью в глазах Бога до грехопадения, то, несомненно, покой имеет еще большее, быть может, значение в падшем мире, где приходится трудиться с потом лица, рожать в болях, где грех разрушает отношения, разрушает общество. Тем более нам нужен покой, если мы живем в падшем мире. Потому что Бог еще до грехопадения установил этот день. И сейчас я прошу Лоис прочитать из книги «Бытие» 3 главы, стихи 17 по 19. «Проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчицы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Я также хотел бы процитировать Авраама Хешеля. Он приводит иллюстрацию с островом. Остров, который напоминает нам седьмой день, день покоя. Это день отвлечения от предметов, инструментов, практических дел и особенного пребывания в Духе. Вот представьте, что мы там, каждый день купаемся. Каждый день наша работа лишь в том, чтобы плавать. И это непросто. Нам бы пришлось учиться оттачивать движение, учиться плавать кролем или другим стилем. Это была бы наша работа. И когда мы устаем, мы можем полежать на спине или поплыть на боку. И представьте, что так день за днем. И вот вы видите остров на седьмой день. Вот представьте, вы плыли шесть дней. Вы очень сильно устали. Каждый день вы были вынуждены плыть, чтобы оставаться на поверхности. И вот вы увидели остров и решили выйти на берег. И там вы можете отдохнуть, можете поспать. Там вы можете пообедать, устроить себе пикник. Вы будете наслаждаться этим временем на острове. Потом вам вновь придется плыть, но у вас уже будет больше сил. И даже спустя несколько дней после этого дня субботы вы будете только и говорить, насколько здорово было оказаться на этом острове, сколько это помогло вам восстановить силы, и насколько хороша жизнь, когда есть такие дни, такие моменты, когда приходится так много трудиться, чтобы выжить. И в конце следующей недели вы опять будете чувствовать себя измотанными и уставшими. Вам опять будет нужен день на острове. И чем ближе этот день, тем сильнее вы будете предвкушать это время. О, когда же настанет этот день? Настанет то время, когда мы сможем отдохнуть на песке, мы сможем ходить по земле, когда мы сможем отдыхать, сможем смеяться, сможем петь, и поэтому мы с нетерпением ждем этого времени. И неделя за неделей этот день помогает выжить, потому что вновь и вновь появляется этот остров, где можно отдохнуть после шести дней непрерывной работы, плавания. Но найдется тот, кто скажет: «Нет, я не могу позволить себе пролежать на песке целый день, я буду продолжать работать. Я собьюсь с ритма, я вообще забуду, как плавать. Я потеряю свои навыки в работе за то время, пока я буду отдыхать». Да, будут те, кто будет радоваться отдыху, но будут и другие, которые, несмотря на усталость, будут бояться выйти на берег. Может быть, я разучусь, может быть, другие меня обгонят, я отстану. Но со временем те, кто отказываются отдыхать, потонут один за другим, оставшись совершенно без сил. Монотонное беспрерывное плавание оставит их совершенно без сил. Одно и то же, день за днем. И наступит момент, когда они пойдут ко дну. Как печально!
Бог предлагает покой, этот остров покоя, каждую неделю. Но кто-то может думать, что он огорчит Бога, если отдохнет, что он должен работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, всегда, без перерыва. И он упускает из виду, что сам Бог дал нам покой, время, когда мы останавливаемся и набираемся сил, чтобы сделать свою работу. Даже если мы любим свою работу, мы не справимся без этого острова, святого времени, которое он называет субботой. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.